47 участников всероссийских соревнований со всей России. На территории Сочи на базе специальной моторизированной воинской части Северокавказского регионального командования такие соревнования проводятся впервые. Цель – проверить уровень профессиональной подготовки военнослужащих пожарных подразделений, а также отработать до автоматизма навыки военных специалистов по применению специальной техники, средств и экипировки. В состав команд вошли действующие военнослужащие, которые входят в состав штатных пожарных команд наших воинских частей. Также приехали представители нештатных пожарных команд, и которые, в общем, образуют ведомственную пожарную охрану, которая занимается вопросами обеспечения пожарной безопасности непосредственно войск Национальной гвардии. В течение 3 дней участникам соревнований предстоит продемонстрировать судейской коллегии свое умение быстро экипироваться в теплоотражающий боевой костюм пожарного, грамотно и оперативно в составе команды развернуть силы и средства от автоцистерны. Далее военным огнеборцам надо будет показать навыки пожарного биатлона. Пожарный биатлон – это новый вид, так сказать, военно-прикладного спорта, который мы апробируем сейчас на данный момент в одной из воинских частей войск Национальной гвардии. Сочинский полк. В войсках Росгвардии прошли отборочные туры, и на конкурс уже попали лучшие военнослужащие. Готов показать всем свое мастерство, чему научился. Ну, и не ударить грязь лицом, как бы отстоять честь своего подразделения. Но и теория не менее важна. Кроме этапов проверки практических знаний, которые будут организованы в среду и в четверг, сегодня теоретические зачеты сдали капитаны команд. 8 сентября будут названы лучшие среди профессионалов в своем деле. Елена Овсецина, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ.